Друзья, всем привет! Это канал «В гостях у Ванушки». Сегодня я приготовлю очень вкусную закуску из баклажанов. Готовится она достаточно просто и получается очень вкусно. Первым делом я включаю духовку на 240 градусов и начинаю приготовление. Здесь у меня 4 вот таких некрупных баклажана. Баклажаны очищаю и нарезаю кубиками. Кубики делаю не очень мелкие. Баклажаны перекладываю в посуду для запекания или на противень. Сверху немного подсолю, примерно пол чайной ложки добавляю, и черный перец по вкусу. Также сверху наливаю 2 столовые ложки растительного масла. Хорошо все перемешиваю и добавляю чеснок, примерно 6-8 зубчиков. Убираю форму в хорошо разогретую духовку и выпекаю до румяного цвета. Это может занять по времени от 15 до 20 минут. Мои баклажаны выпекались ровно 20 минут. Пока остывают баклажаны, беру 150 грамм сметаны. В сметану добавляю 2 чайные ложки бальзамического уксуса. Хорошо все перемешиваю и добавляю столовую ложку растительного масла. Если вам не нравится аромат бальзамического уксуса, тогда его можно заменить на сок лимона или любой другой уксус 3%. Баклажаны к этому времени немного остыли, теперь разминаю их вилочкой. Перекладываю все в сметану и хорошо перемешиваю. Теперь пробую на соль, при необходимости немножко подсолю и добавляю черный перец. Также добавляю зелень укропа. Укроп здесь очень хорошо сочетается, но если вам укроп не нравится, попробуйте добавить свою любимую зелень. Пока была разогрета духовка, я хлеб поджарила в самом верху духовки в течение 2-3 минут. Хлебушек сверху вот так вот хорошо румянится, он становится хрустящий и при этом он остается мягким. Такую закуску мы едим сразу, конечно же лучше ее убрать хотя бы на минут 30 в холодильник и можно пробовать. Это очень вкусно, надеюсь и вам понравится такая закуска. Пробуйте, готовьте, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Приятного вам аппетита и пока!